Привет, друзья. Сейчас я вам попытаюсь показать заклинание метки и возврата. Давайте же найдем какое-нибудь более-менее подходящее сохранение и посмотрим его. В общем, свитки есть. Заклинание и зелье возврата. Все это будет работать. Друзья мои, я, конечно, очень долго уже тяну с этим обновлением лестницы и двери, но поймите меня правильно, что 250, даже хотя бы даже 250 бутылочек заменить. Это тяжкий труд. Вот. А у нас тут уже, ну, осталось их сделать там буквально копейки. Наверное, штучек 15 осталось доделать бутылочек, но проблема вся в том, то что чем больше я делаю бутылочек, тем меньше остается идей и вариантов. Вот, смотрите, например, вот эти вот все вы уже видели, да? Вот. Сейчас у нас появились вот такие вот бутылочки. Как бы ее так поставить, чтобы она стояла. Вот такие вот есть теперь бутылочки с закрытым стеклышком. Вот все они. Вот это тоже. Вот тут вот еще есть. Они все от, то есть это все лечилки какие-то, лечение болезней. Вот тоже новая бутылочка обнаружения существ. Тут у нас вот, видите, на нейроны крутится. Тут есть зелье. Нет, вот зелье возврата, вот то, что тут нужно. Блин, тут уже сидят эти двое. Не хотелось бы с ними ссориться, с этими ребятами. Так, и еще одна. Где-то там была. Так, вот посмотрите. Зелье быстро плавнет, к примеру, как теперь выглядит прикольно. Зелье перышко, вот это вот желтенькое. Зелье огненного щита. Тут красненькое. Это щит электрической молнии. Тоже зелье обнаружения жизни. С такой вот урной. Тут зелье с лечениями. Так, сейчас найдем. Ага, вот синий. Ярко-синий. Это зелька на метку. Так, значит, ставим метку сразу же куда? Сюда вот. Допустим, сюда. Ставим зельку. Слушайте, а что будет интересно, если возврата кастануть? Не знаю. В общем, вот так вот тут у нас образовался новый квест, который будет отображаться в разном. Он будет, если установить стрелочку напротив него, то вот вы видите, тут на полу появилась точечка, куда вы метку поставили. И, соответственно, эта точечка на карте тоже.
Так, мы сейчас выйдем отсюда. Отсюда мы вышли. И давайте испытаем зелье возврата. Ну, слушайте, прикольно, по-моему. Так, теперь проверим, нету ли у меня дебильного прыжка. Нету, все в порядке. Ну все чудесно, я рад. Прыжок нормально все работает. То были некоторые глюки у меня тут. Ну все, друзья. Спасибо за внимание.